Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 15 декабря, Православная Церковь совершает память преподобного Иссе, епископа Цилканского. Преподобный Иссе Иессий родился в Антиохии Сирийской в благочестивой христианской семье. Еще отроком он почувствовал влечение к духовной жизни, а по достижении совершеннолетия с благословения родителей отправился в одну из антиохийских обителей, где подвязался тогда преподобный Иоанн Зидазнийский. В числе 13 святых сирийских каппадокийских отцов, избранных по жребию преподобным Иоанном Зидазнийским, так повелела Пресвятая Богородица, преподобный Иссе пришел в Грузию. Здесь он вместе с другими святыми отцами учил народ и наставлял людей в благочестивой жизни, являя пример святости и исцеляя больных. Слава о подвигах святых 13 сирийских отцов возросла в народе так, что католикос, архиепископ Грузии Евлавий, предложил собору епископов избрать на свободные кафедры некоторых из этих подвижников. При затруднении, кого именно выбрать, так как все были одинаково достойны епископского сана, положили взойти на гору Заден, где жили подвижники, и избрать тех, которые там будут в это время совершать божественную литургию. Таким образом, стали епископами иеромонах Авив и иеродиакон Иссе, назначенный на Цилканскую кафедру. Прибыв в свою епархию, святитель Иссе был поражен обилием языческих обрядов, обычаев и суеверий. Он ревностно занялся восстановлением благочестия, неутомимо проповедуя и часто совершая богослужения. Труды его дали всходы. В Цилканской епархии утверждалось православное благочестие, а с ним утвердилась и Церковь Христова. Продолжая свои аскетические подвиги, святитель Иссе стяжал великие дары молитвы и чудотворения. По его молитве именем Господа Иисуса Христа из реки Ксани отделилась струя воды, которая, следуя движению святительского жезла, образовала русло канала и протянулась до храма Пресвятой Богородицы, близ Цилкани. Благоустроив свою епархию, святитель Иссе отправился с проповедью Слова Божия к осетинам и другим горским народностям главного Кавказского хребта. Он обходил ущелья и скалы с Евангелием и крестом в руках, повсюду утверждая богооткровенное учение. О близости кончины святитель Иссе узнал по откровению свыше. Собрав свою паству и клир, он преподал духовное наставление, приобщился святых тайн и с воздетыми к небу руками предал свою душу Господу. Это произошло в конце VI века. Точно известен день кончины святителя 18 августа. Честные мощи святого Иссе, прославленные исцелением уже во время погребения его, были преданы земле в храме Пресвятой Богородицы в Цилкане, между алтарем и жертвенником. Церковь причислила святителя Иссе к лику святых и установила его память 2 декабря по старому стилю. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых пророка Аввакума, преподобного Афанасия Затворника Печерского в ближних пещерах и другого Афанасия Затворника Печерского в дальних пещерах, мученицы Миропии, преподобного Иоанна Ироклимона, Андрея и Феофила, святого Стефана Уроша, царя сербского,
а также новомучеников и исповедников российских, священномученика Матфея Александрова, пресвитера, священномученика Дмитрия Благовещенского, пресвитера и преподобной Веры Графовой, исповедницы, священномученика Алексия, архиепископа Великоустюжского, священномучеников Константина Некрасова, Николая Заболоцкого, Сергия Кудрявцева, Владимира Проферанцева, Иоанна Державина, Федора Алексинского, Николая Виноградского, Иоанна Днепровского, Николая Сафонова, Павла Понятского, Сергия Фелицина, пресвитеров, преподобномучеников Донакта Калашникова, Косьмы Магды, преподобномучениц Маргариты Закочуриной, Тамары Проворкиной, Антонины Степановой и Марии Журавлевой, мученицы Матроны Конюховой, преподобномученицы Марии Цейтлин, мученика Бориса Успенского. Совершается празднование иконе Божией Матери, именуемой Герандиса. Всех, кто носит имена святых, прославляемых Церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезоименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.